Двое мирных жителей погибли, двое получили ранения в результате обстрелов в Донецке. Снаряды разрывались в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах. В городе новые разрушения. Подробности у Светланы Павлюковой. Тихо, тихо, еще летит. Летит? Закрываю окно. Это видео снял житель поселка Октябрьский. После обстрела мужчина выбегает на улицу, замечает, недалеко от него у воронки лежит человек. Ох, пострадавший жив, но у мужчины серьезные травмы головы. Ты живой, слышь? Живой, ну там... Скорую вызови. Рядом, за разрушенным забором, тело погибшего соседа. Все это время очевидец пытается вызвать скорую, но медики не едут. Говорят, не хватает машин. А машины нет ни у кого здесь рядом. На этом видео обрывается. О судьбе пострадавшего мужчины на данный момент ничего не известно. Скорую пытались вызвать и эти пожилые люди из соседней многоэтажки. Пенсионерам стало плохо. Из-за обстрелов снаряды приземлялись всего в сотни метров от них. Скорая сказала, не будет ехать, потому что нет ранения. Я прошу. Ой, пожалуйста, помогите нам. Видите, каждый день идет обстрел. Видите, вот ребенка у нас чуть не убило. Ну что это такое? Помогите кто-нибудь. Я вас очень прошу, помогите нам. Мы уже сил нет у нас ни у кого. Жительница Кремлевского проспекта ранение получила еще в апреле. Лечится до сих пор. Ранение в бедро, в сквозное. И вот здесь у меня, я же не могу вам открыть. Да, хорошо. Это сквозные ранения. Я еще хожу на перевязки, тут угу. Еще перевязки. В городе много новых разрушений, поврежденных осколками домов. Вот сюда попадание было. И вот волна идет. Как разрыв осколка, видите, вот полоса. Всего за минувшие сутки известно о двух погибших мирных жителях. Как минимум двое получили ранения. Снаряды приземлялись в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Светлана Павлюкова, телеканал «Донбасс».